Да, как-то глубоко. И главное, все так быстро. Еще с утра был такой маленький ручеек. Плюсовая температура. Дает о себе знать. А я пошел на охоту. Собирать. Слушай, меня уносит. Смотри, там кто-то вон с лопатами ходит. Ну, наверное, кто-то из наших пошел проверять там озера. Что, сходить с тобой? Сходить с тобой? А? Сходить с тобой? Не знаю, как хочешь, но ты там про это там вот так вот снегу. Ага. Веди меня, Иван Сусанин. Да что-то мне страшно, мамочка. Слушай, ты еще не набрал? Да что-то смотрю на тебя, и мне уже боязно. О, это этот крот нарыл. Вот мы и на месте. Сбор кленового сока в процессе. Алексей там ходит, сливает наши точки. Такая рощица вся к небу устремленная.